Одна из жертв – гаражных воров Игорь Сильных. Мужчина живет на пособие по инвалидности и занимается ремонтом машин. Какой-никакой, а приработок. Осенью прошлого года его гараж был вскрыт. Пропали дорогостоящие инструменты и колеса от машины. Тут стоял порт от Сини, под Линча. Стоял, лежали колеса от Весты, 4 штуки. Летний. Я только переобулся на летний, на зимний. Угу. Вот. Потом что, стоял в углу станок такой, который стойки собирать. Вот. Лежала пушка газовая за машиной. Угу. Вот. Ну, полуавтомат, болгарка маленькая, шлифмашинка бошевская, большая вот такая. Помимо прочего, злоумышленники забрали набор гаечных ключей. Общая стоимость похищенного около 120 тысяч рублей. Сейчас дверь гаража приварена, его хозяин никак не может накопить денег на покупку нового оборудования. И таких потерпевших не менее 18 человек. Что характерно, практически в каждом случае злоумышленники не оставляли следов взлома, подбирая ключи к самым хитроумным замкам. Злоумышленники похищали в основной массе, колеса. В сборе, в связи с тем, что зимний период, летний, колеса в сборе на литых дисках. Также брали иногда электроинструмент и прочие вещи. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Энгельс Саратовской области задержана группа лиц за совершение серии краж из гаражей. Основной фигурант обладал профессиональными навыками вскрытия гаражей, замков, после чего гаражи закрывались. А это кадры из другого гаража. В нем хранилось похищенное имущество, часть которого злоумышленникам удалось продать. А вот и сам специалист экстра-класса. Сколько у вас было человек? Два человека. Ясно. В какое время кражу совершали? Дневное время. У вас там отмычки были, ключи или там? Там самодельные, да, крючки, отвертки там. У задержанного был изъят набор отмычек и специальных ключей, использовавшихся при вскрытии замков. Следователями возбуждено 18 уголовных дел по фактам краж. Устанавливаются дополнительные эпизоды незаконной деятельности участников группы. Денис Желтов, Андрей Багаев, Расул Ибрагимов, дежурная часть, Саратов.